Телеканал ОТВ продолжает специальный проект «Защитники Отечества». Мы вновь расскажем о рабочих буднях тех, кто охраняет мир и порядок. Сегодня покажем один день из жизни сотрудников Росгвардии. Там есть и стрельба, и задержание наркодилеров. Обращайте внимание на граждан, подозрительные лица. Применяйте взаимострахование. Мы приходим, получаем инструктаж. Там нам рассказывают, что по городу, то есть на районе творится по городу, вот какие там преступления, вот, допустим, совершены за ночное время. Вот. Все мы записываем, и дежурный дает нам команду, мы устроимся вот, и приступаем в службу. Вот. Мы 4 экипажа выезжаем, допустим, 4 машины, это 4 сектора. Вот. Патрулируем, проверяем, людей досматриваем. Напарник мой. Зовут Михаил. Работаем сколько, может, года 3, наверное, вот. Точно, года 3 есть уже. Я в нем уверен, то есть, если что, он мне прикроет. Наработали уже, знаем друг друга, даже порой уже мысли даже похожи, то есть не надо там что-то обговаривать уже примерно же одно и то же там в голове у нас. То есть, допустим, стоит проверять, не стоит, мы там друг ножку посмотрели и все, и пошли человека проверять. В итоге у нас человек там с наркотическим веществом или он там в розыске, вот. То есть уже с годами уже вот, друг другу до такой степени уже привыкли. Вот. Руки, руки. На ком основании, ребята? Руки, руки, руки. Руки назад, руки. Причина объяснительная. Что в машине? У нас была информация, что ранее была угнана машина, вот, Лада Гранта, вот. Ну и все, и во время патрулирования обратили внимание на машину, которая примерно выглядит так, как нам указывала дежурная часть. И все, и решили проверить, вот. А в ходе проверки оказалось, что там машина не в угоне, вообще там уже находились наркотические средства, вот. Физическое у нас занятие, допустим, у нас 2 раза в неделю. Помимо этого мы еще сами как бы тренируемся. Вот. То есть есть залы, вот, куда мы сами ходим. То есть кто-то там над своим телом работает, а вот, допустим, я лично вот, ну, тренируюсь по дзюдо. Вот. И огневая подготовка 1 раз в неделю. Вот. На вооружении у нас пистолет Макарова. Вот. Далее у нас пистолет-пулемет ПП-2000, та же есть АКСУ, вот. То есть, но в основном я беру Макарова и ПП-2000, так как ПП-2000 более легкий, вот. Стрелять не приходилось и, надеюсь, не придется. По окончании службы мы приезжаем в отдел и разгружаемся, после чего мы поднимаемся к родному. То есть, и уже результат работы, то есть, что мы за день наработали или за ночь. Ладно, давай, счастливо. Давай, братан, счастливо. Разгружаемся и по домам.